Очень много забитых мячей. Это радует болельщиков, может быть, не всегда футболистов. И вновь аргентинские футболисты стараются таранить насыщенную оборону соперника, проходят через центр, смело так идут в атаку, не боятся. А румыны отвечают контратаками. И вот еще одна. И вновь по правому флангу, и вновь мячом Хаджи. Передача партнера, удар по воротам. Ну что же такое? Что, неужели счет будет меняться, как в баскетболе? Каждая атака завершается точным ударом. Еще раз или Димитреску завершает старания своих партнеров. На этот раз ему ассистировал Хаджи. Счет становится 2-1 в пользу румынской команды. Стоит только удивляться. Посмотрите, как мастерски, мы об этом уже говорили, как мастерски сыграл Хаджи. Дважды сыграл в стенку, нашел своего партнера, казалось бы, гуще игроков, точную, выверенную передачу. Вложил как бы в ногу Ислас. В общем-то, здесь был бессилен, убирает под себя мяч и аккуратненько. Команда этой страны, Хаджи, закончила взятием ворот. Посмотрите, выждал паузу левой ногой точно. Куда нужно было, туда и сделал пас. И завершающий удар.